Для тех, у кого не было панической атаки, рассказываю, что такое паническая атака. Короче, паническая атака – это когда мозг обманывает тебя, что тебе плохо. А почему мозг ни разу не обманывал меня, что мне хорошо? Правильно, почему не было ни разу такого, что я стою на автобусной остановке, там холодрыга льет, дождь, я такая, ну как на Мальдивах, да?